В чем дело? Я должен проверить записи о налогах, но мне не дают войти. Я ничем не могу помочь. Что ж, вновь смажем колеса и вбей. Во сколько мне обойдутся бумаги? В этот раз так не получится, Агапий. Стражи дали строгий приказ никого не впускать и никого не выпускать. И этот приказ будет исполнен, друг. Вот мой совет. Держись отсюда подальше. Друг дал тебе хороший совет. Ха, он такой же, как и все на Евбее. Боюсь, здесь не осталось честных людей. Этот мир — прибежище лжецов. Верить глупо. Но я верю. Верю, что Евбея станет такой, как прежде. Что вызвало упадок? Евбею душит жадность шайки под названием «Кинжал». Они действуют скрытно, подкупают и запугивают людей. Вот зачем мне нужны налоговые бумаги со склада. Я иду по следу, который приведет меня к тому, кто стоит за всем этим. Но я уже слишком стар для драк со стражниками. Может, блеск монет убедит тебя сделать это? Я достану бумаги. Может, на FBA еще есть те, кому можно верить? Я достану их. У стражников нет шансов. И по делам им. Чтобы спасти Евбею, нужно уничтожить тех, кто сеет зло. Я буду ждать здесь. Так, где-то находимся рядом возле цели. Жусь. А вот и склад. Ясно. Только возился недавно. Тут, наверное, найду бумаги. Здесь чисто должно быть. Здесь Мистий! Скорее уничтожьте бумаги! Мистий. Это вход на склад. Давай бей. Обкрутился как. Список кораблей. Какой и когда прибыл? Это может помочь. Конечно. Так, вот теперь можно вызвать подмогу. И дальше идти. Это ещё поможет разоблачить лидера кинжала. То есть еще банда какая-то там. Пристань при складе. Все рядом. Все рядом. Все здесь. Список сделок за последние полгода. Возможно, имя лидера кинжала здесь. Так, теперь нужно увидеть. Так, верните записи. Ага, все. Подумал, там надо еще что-то сделать. Бумаги у меня, Агапий. Вот и все задачи. Мой хозяин будет рад. Ты что, раб? Что, по-твоему, не похож? Да, Мисти, я и правда раб, но не лишен достоинства. Мой хозяин — местный магистрат, а я его доверенный слуга. Лучше умереть, чем стать рабом.
Не все могут выбирать, друг. Судьбу раба не выбирают. Но так у меня есть еда и кров, и я в безопасности. Сейчас это важно, ведь кинжал подчинил себе всю Эвбею. Ими движет алчность. И все мы станем рабами, если не остановим их. Если ты захочешь раскрыть личность лидера кинжала и положить конец его козням, мы с хозяином будем ждать тебя на невольничьем рынке. Я подумаю.